Больше 50 аварий произошло за минувшие выходные в Кирове, в том числе 7 ДТП, в которых пострадали люди. И почти все они связаны с наездом на пешеходов. Поэтому сотрудники полиции призывают водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов. И напоминают кировчанам, что переходить дорогу нужно только в установленных местах. За нарушение правил предусмотрен штраф 500 рублей.